Добрый день, с вами Ольга Канунникова, и сегодня я вам покажу, как можно делать декоративную веточку из проволоки и бисера или бусин. Вот я уже приготовила вам пример, ну, например, вот такой вот веточки. Она достаточно милая и может украсить любой ваш цветок из ткани в качестве декора. Что нам для этого понадобится? У каждого в семье, я думаю, есть какая-то проволочка ненужная. Вот я уже тут, у меня была проволока, я ее, пластмасса разноцветная, я ее вот разделала вот на такие полосочки, где-то здесь примерно по 20 сантиметров. Проволочка здесь достаточно тонкая, вот из нее лучше как раз вот такие вещи и сплетать. То есть берем одну проволоку примерно длиной 20 сантиметров, мы ее руками немножечко вот так вот выпрямляем. Теперь берем бисер. Бисер, можно брать бисер или бусины. У меня вот такой бисер я взяла светло-зеленый. Он очень подойдет как раз вот для наших цветочков в качестве веточки, да? Верхушечек веточек. Итак, для каждая веточка здесь у меня состоит из трех маленьких веточек. На каждой вот этой маленькой где-то по шесть вот таких бусинок. Они делаются, веточки, вот отдельно, а потом все три вместе вот так вот связываются. Итак, мы берем проволоку и нанизываем на нее бусину, первую бусину нанизали и помещаем ее по центру. По центру берем за нее и скручиваем. Скручиваем где-то примерно максимум миллиметров 5. Вот так. Теперь кончики немножко расправляем. Вот, вправо и влево. И теперь на один конец еще раз надеваем бусину. Ведем ее не до конца, а где-то опять-таки оставляем миллиметров 5. Держим ее и вот так вот сгибаем. И опять кончик оттягиваем и закручиваем. Теперь эти две вместе проволочки тоже чуточку закрутили. Берем второй конечек, второй кончик, и на него нанизываем еще одну бусину. Опять-таки не доходим до конца, где-то миллиметров 5 примерно. Складываем все пополам, вот подводим вот сюда к краешку, да, и опять закручиваем. Так, теперь все вместе немножко, раз, два, да, чуть-чуть скрутили. Вот у нас уже получилось три штучки. Еще нам надо сделать три. Это, в общем, достаточно легко, только вот для тех, у кого хорошее зрение. У меня не очень, тем не менее, вот получается пока. Опять скручиваем. Теперь все вместе скручиваем. Теперь берем вот этот длиннее конечек, опять на него вдеваем.
И опять скручиваем. Все вместе скручиваем. Вот. И еще делаем одну, да? Бисеринку нам надо. Можно две. Смотрите, тут, в общем-то, все равно. Подобным образом можно плести из бусин. Вот бисер это достаточно мелкий такой инструмент, да, материал. А вот бусины могут сделать работу более интересной. Хотя здесь вот чем мельче работа, тем она изящнее, да? Ну, вот так, например, у меня вот получилась вот такая веточка, да? Вот. Теперь, когда у нас уже готовы все три веточки, можем, кстати, мы к этой веточке еще добавить, да? Еще добавить остальные, но мы все-таки сделаем две веточки. То есть, если мы добавим, она у нас просто будет длиннее. Вот так, да? Тут. Вот. Итак, берем готовые веточки. К одной прикладываем другую. Вот примерно на таком расстоянии. И все эти две веточки, чтобы вместе соединить, мы просто берем вот так вот и скручиваем. Здесь просто ничего не надо больше, потому что проволока очень хорошо гнется. И другого какого-то дополнительного инструмента вообще нам не надо. Ну и вот и последняя веточка. Деталька веточки, да, тоже подкладывается сюда. Можно ее на таком же уровне сделать, можно чуть вот пониже. И точно так же вот примотать все это вместе. Можно веточки сделать объемные. Можно вот такие плоские, как у меня. Но объемные, это значит, просто вот здесь вот побольше надо сделать количество. И одну вверх, другую в сторону. Вот. Вот такие красивые украшения. Декор можно сделать к любым вашим, допустим, цветам из ткани. Теперь вы знаете, как это делается. Это достаточно легко делается, и вы сами можете все это сделать из обычной проволоки, бисера или бусин. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.